рабочим визитом в Ульяновск прибыл первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по промышленности Владимир Гутенев. Сегодня федеральный эксперт посетил стратегические промышленные предприятия области, одним из которых стал Авиастар СП. Ульяновск, как авиационная столица России, играет важную роль в формировании авиационного кластера. Значительное участие регион принимает в кооперации в области гражданской авиации. Я отметил бы крайне перспективный проект МС-21, для которого разработан пермскими двигателестроителями уникальный двигатель ПД-14, который даст начало целой линейке двигателей. И вот участие в этой кооперации, поставка в том числе и черного крыла, различных других элементов, позволяет диверсифицировать авиационный кластер и сделать его не финишером монопродукта, а создать разветвленную сеть компетенций, которая позволит Ульяновской области обеспечить должную устойчивость. Владимир Гутенев отметил высокий инвестиционный потенциал нашего региона. Совместная работа правительства области и федеральных служб позволили создать в Ульяновске привлекательный инвестиционный климат не только для отечественных, но и для зарубежных инвесторов. В Ульяновской области в целом на сегодняшний день 11 подписанных контрактов в этом году. 11 крупных предприятий, которые мы будем строить. В целом могу проинформировать о том, что до конца года в общей сложности в этом году будет открыто 9 новых производств. Федеральный гость не обошел стороной Ульяновский автомобильный завод. Владимир Гутенев совместно с главой региона Сергеем Морозовым пообщался с рабочим коллективом предприятия, осмотрел производственные цеха. УАЗ динамично развивается и с каждым годом растет на производственном уровне. Однако огромное внимание здесь уделяется социальной политике. Было принято решение на уровне руководства компании о выделении материальной помощи в виде полисов ДМС детям, имеющим некие физические недостатки, то есть в размере 10 тысяч рублей. И сейчас в школе все многодетные семьи получат материальную помощь в размере 1500 рублей на ребенка. Также на заводе ведется активная кадровая политика. На УАЗе работает более 2000 молодых сотрудников. Для них проводятся специальные спортивные, творческие и патриотические мероприятия. Дарья Круглова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.